Группа исследователей обнаружила во Вселенной галактику с самой древней спиральной структурой. Об этом говорится в сообщении обсерватории ALMA. Используя комплекс радиотелескопов в чилийской пустыне Атакама, было выяснено, что галактика образовалась через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Галактике присвоено название BRI-1335-0417. Ее возраст, по оценкам ученых, составляет около 12,5 миллиарда лет. Спиральная структура же простирается примерно на 15 тысяч световых лет от центра галактики. Это примерно треть от размера Млечного Пути. Предполагаемая общая масса звезд и межзвездочной среды также сопоставима с Млечным Путем.